Добрый день. Сегодня я вообще ничего не снимала. Не знаю, одно и то же каждый день снимать не особо хочется. Погода у нас нормальная, но похолодало. Бабушка тут спит, Давидик спит, Амина уже обедает, Амирчик в той комнате в дальней смотрит мультики, а мы с ней занимаемся творчеством. Тузан, короче, сделала прыщ выдавливать. Так, сейчас. Немного получается уже красиво, но это еще не все. Клей туда засовываешь? И выкладываем шапочки на каждый кусочек. Не выдавливается. Украшаем зеленым луком. Не фокусируется. И завершаем. Короче, вы поняли, да? Фигней страдаем. Смотрим YouTube. И я тут делала два пакетика для адвент-календаря. Так вот получается. Первый день, хотя первого дня у нас не будет, потому что мы только первого дня отсюда выезжаем. Второй день мы будем в дороге. Как бы, но я все равно сделала. Вот, пакет миленький получается. Когда будем выезжать ночью, если заправка будет открыта, когда мы будем спать, вы можете сходить купить там вкусняшек. Лайфхак от Амины. В общем, все равно сделала. Попробовала. Так миленько получается. Вот у нас Давидичка проснулся. Я им предложила плов. Он хочет рисовать. Будет у нас рисовать, да? Смотрите, прыщик выдавливаем. Смотрите, Амина. Так, то есть не видно. Смотрите, прыщик. Сейчас покажу. Мне что, нужно стирку развесить? Все оттягивает этот момент. Вот, Амирчик тут сидит. Радуется. Чего радуешься? Мультику? Подожди, какой вот мультики смотрит. Вот, мне тут нужно разобрать сушилку и развесить. Развесить? А это Амирчика домик. Вот здесь. Он сказал, что это его на комнату. Вы здесь видите. Диван, игрушки. Там вот машинки под батареей, в общем. У него тут ивонная комната, да? Ага. Вот такие у нас сегодня дела. Ребята, всем доброе утро, всем привет. Вот я сейчас иду на остановку, хочу доехать до космоса, посмотреть обувь себе, у нас уже холодает. Вот. И надо будет уже посмотреть мелкие подарочки малышам для календаря адвент. Мы с Кристиной договорились пополам. Нам надо, мне надо будет 45 найти каких-нибудь игрушек развивающих. Ну, что-нибудь такое. 45 игрушек надо собрать мне. И Кристинке столько же. И вот сейчас посмотрю там, похожу. Себе обувь посмотрю. Вот. Девочки, села я. В автобусе никого, кроме меня. И вот впереди стоит автобус пустой. Все на работе люди. Город такой серый, дождливый. Ноябрь месяц, середина. Уже должен быть снег идти. А у нас все дожди. 14-й микрорайон. Девочки, вот тут космос. Сейчас зайду, тут карри есть магазин. И чижик новый открыли. Хочу зайти посмотреть. И так погулять по мелочам, посмотреть. Я сейчас тоже пойду. Надо малышам посмотреть. Так, у нас здесь открыли магазин новый, еще называется. Я уже набрала игрушек для малышей. Не игрушек развивающие эти все. Вот этот конвент-календарь. Сейчас здесь еще посмотрю. Всякие раскраски, книжечки.
зоопарку с наклейками Давидику. Такой возьму, я Миру возьму такой. Это раскраска. Вот. Раскраска с наклейками. А Мир у нас не очень любит почему-то красить. А может любит, я читаю сам стихи. Это не годится. Сейчас повыбираю. Кто тут живет? Вот для Давидика надо. Такая книжечка. Минимум такую раскраску возьму. Азбука мальчикам, вот, наверное, Миру с Давидом возьму такую интересную. Такую возьму. Они недорогие, по 50 рублей. Тут еще всяких много игрушек. Давид у нас любит в доктора играть. Может взять такую Давиду? Короче, тут много всего додумал, и контейнеры, и все можно купить. Пойду я возьму эти, что набрала. Даже для кухни все есть. О, надо пасту зубную посмотреть. Сейчас, девочки, поднимусь на второй этаж. У нас здесь вон Эльдорадо есть. Накупила всяких игрушек я тут. Вот. Сейчас в Каре поднимусь. Магазин с телефонами. Сейчас вот в Каре зайду. Смотрю, сама чего хочу, ведь не знаю. Что нравится, так это, по-моему, детский отдел я зашла. Хотя, может, и не детский. Да, вон, я зашла в детский. Сейчас пройду здесь посмотрю. На таком каблучке я не очень хочу. Хочу на сплошной подошве. Это такие вот ничего. Ну, замшевые не хочу. Сейчас еще там пройду, посмотрю. О, симпатичные. Ну, это осень, мне зима нужна. Все будет очень просто. Так что не знаю, что взять. Это больно огромное смотрится. Все, ребята, я выбрала себе сапоги. Даже ботинки вот такие вот возьму. Самые обычные. Тут, видимо, меняют сейчас. Такой тут непонятно что как. Вот, возьму. Ну все, ребята, прошла со всем магазином. Иду я теперь домой. Зашла еще в пекарню. Купила два пироженьких песочных к чаю.
Все, ребят, я уже дома. Сейчас покажу обзорчик. Вот что тут сейчас покажу такое интересненькое, что купили малышам. Что положим в адвент-календарь. Ну, девочки, зашла еще в магазин Галамарт, взяла соду кондиционированную, я давно ее искала. Мыло и паста у меня заканчивается. И взяла два пироженки песочные. Сейчас чайку попью. Вот сейчас обувь покажу. Я уж не знаю, не буду примерять ее. Вот такую вот обувь я взяла. 2,990 стоит зимние. Только я здесь шнуровку поменяю. Здесь она такая обычная. А я ее на тряпочную, как будто я не знаю, как она такая грубая. А я ее на тряпочную поменяю. Шнуровку ставлю. Мягкие шнурки. Вот такие вот ботиночки мне понравились. Сидят удобно. На ноги тоже хорошо. При сгибе вот здесь ничего не ломается. Все аккуратно. Бывает вот это место, когда широкое, оно начинает загибаться. И потом здесь все в таких заломах получается. Такие вот себе ботинки взяла. И сейчас покажу, что малышам взяли мы. Ну, взяла еще вот печенюшки купила к чаю. Уже чайник согрелся. И вот что мы положим в адвент-календарь. Вот такие вот поделочки тут из песка делать. Вот то, что тут Кристина сама распределит, кому как. Вот таких две взяла одинаковых, чтобы малыши не спорили. Но я когда брала, думала, что Амиру и Давидику как раз по их возрасту. Амине тоже будет интересно, но я взяла посложнее. Взяла вот из такого. Из пластилина делать. Потом взяла всякие наклеечки для малышей. Раскраски. Все. Вот такую амини-игру 3 в ряд. Она любит играть, она всегда нам говорит. Давайте поиграем. И рисует на бумаге. Тут будем уже так играть. Такую-то еще тоже раскраску с наклейками взяла. Потом амини взяла вот такую куколку с одежкой. Бумажную. У нас раньше тоже в детстве были такие куколки. Но я так понимаю, она на магните. Потому что здесь без ручек. Она, скорее всего, на... А, магнитный набор, да, на магните. Вот. Потом такую вот раскраску взяла тоже для Амина. И рисовать, и наклеивать наклейки. И вот такую еще и пазлу. Тоже. Кому там, либо Амиру, либо Амине. И пензель взяла для ног. Но это еще не все. Мне еще, знаете, сколько надо будет? Сейчас мы по 45 игрушек должны купить с Кристиной. Так, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мне еще купить 35 штук. Короче, ну уже, Кристина говорит, бери, мам, самые простые, по 20 рублей такие, вот просто сувенирчики какие-нибудь, чтобы они каждый день, когда доставали, радовались там всему. Ну за 20 рублей я вообще ничего не нашла. Даже обычные вот эти вот слаймы, и то по 70, да по 80. Ну, короче, за 20 рублей ничего нет. Машинки, ну машинки по 49 рублей, кстати, можно найти. Видела там тоже много машинок. Можно набрать разные, каждый день разные давать. Ребята, я не скучаю, я убираюсь в ящиках, я уже намыла вот эти ящики все внутри и снаружи вытаскивала их. И сейчас хочу, последний ящик остался, вот где у нас вилки лежат. Там у нас очень много трубочек, таких с подсока, мы их не выкидываем. Когда видим помкашку, там есть такая трубочка, мы их не выкидываем, потому что у нас потом малыши пьют молоко, либо сок из этих, с этими трубочками, либо чай, поэтому у нас тут они хранятся. Ну, сейчас хочу помыть вот эту штуку из-под ложек. Вытащить вообще полностью ящик. Это все ящик. И вот здесь вот, видите, у нас тут сколько много ненужного. Игрушечный нож даже. Так, ножницы. Всякие тут. Ну ладно, сейчас девочки разберу. Так, я даже не знаю, это нужно, не нужно. Не знаю даже, что это такое. Прищепка, это отсоски. Это точно все не нужно будет. Это, вот это можно оставить, потому что это шпажки. Фрукт можно на день рождения, когда делаешь там украшения. Их точно оставлю.
их надо будет намыть только. Вот все, девочки, сейчас разберу. Так, ребята, я хочу сейчас дойти до садика. Сейчас наденусь. Надо будет забрать фотографии. Там был праздник осени у Амиры и у Давида в группе. И делали фотографии общие. Но только будем забирать фотографии там, где их портреты. Вот, надо сходить забрать, они уже готовы. Вот, сейчас схожу, заберу. Отдам денежки. И вам попозже покажу. Кухню еще не домыла. Ящик весь помыла, но полки еще потом, когда уже приду, уберу. Сейчас наденусь. Значит, у нас вот этот чертов так и не проходит. Подушиться обязательно, девочки. Ну все, готово. Теперь возьму вас с собой. Так, ключи. Я вечно забываю ключи от дома. Вышло уже. Надо будет зайти в магазин. Сейчас снять наличные, потому что за фотокарточки, ну, за фотографии нужно рассчитываться наличными. По 350 рублей каждая фотография. Вот нужно снять, а мне нет. У меня есть всего 500 рублей. Надо еще снять. Так, теперь неудобно. Все деньги на карточке. Сейчас зайду в Дикси. У нас в Дикси есть банкомат. Там сниму денежку. И дойду до садика. Подхожу к садику. Давно уже здесь не ходили. Как 2 недели уже. Сейчас зайду, заберу. Фоточки покажу. Сначала зайду в группу Давида, потом в группу Амира. Вот. Сейчас карточку Давида забрала, сейчас Амира заберу. И дома покажу, какие получились портретики. Осенние, красивые. Забрала, иду домой. Зашла еще, девочки, в магнит. Купила молочка. Больше ничего не стала брать. Все есть. Приду сейчас пожарю картошки. Хочу жареные картошки. У нас уже вечереет. Время 16:30. Так на улице непонятно. Холодает на улице. Вот сегодня прямо чувствуется, что ночью будет мороз. Ветер уже такой холодный, ледяной. Сейчас приду. Что буду делать? Пожарю картошку. Все-таки помою кухню. Шкафы вот эти все на кухне. И, может, еще диван помою. Хотела, конечно, оставить все это на пятницу. В пятницу у меня опять выходной. Но делать сейчас нечего будет. Вот буду мыть. Ну, ребят, я уже дома. Все, уже пришла разделась. Сейчас покажу фотографию. Наверное, сейчас пожарю я картошечку. Я отварю курицу, она там разморозилась. Не буду жарить, вот 2 разгуляшки. Отварю их и пожарю картошку. Сейчас покажу фотографии, какие получились. Портреты Амира и Давида. Такие классные. Так, это сейчас я достану. Вот такие получились портреты. Это Давид. Портретик Давида. Это портрет Давида. Я не могу, как я по ним скучаю, блин. Я их затискала бы сейчас. Вот прям вот зацеловала бы, всех затискала бы. Так, а это портрет Амира. Я не могу. Такие вот красивые портретики получились. Сейчас Кристине покажу, отправлю. А я начну дальше убирать.
Надо перебрать специи будет. Вот, по срокам. У нас тут столько много. И помыть чашечку. Ну, короче, вот так вот буду потихонечку все разбирать. Что мне еще делать? Ну что? Сейчас включу какой-нибудь ролик на ютубе и буду перебирать. Буду сейчас жарить картошку. Уже почистила. 4 картошины мне хватит. Сковорода сейчас разогреется. Еще поставила отварить курицу. Вот, будет у меня жареная картошка с отварной курицей. Вот, и, может, огурчик свеженький покрошу. Или там капуста есть маринованная. Ну, посмотрю, с чем буду. Вот, сейчас я еще покрошу картошечку. Буду показать. В приправах уже навела порядочек. Посмотрела все по срокам хорошие приправы. Так что, поэтому не стала ничего выкидывать. Все перебрала, помыла вот эту штучку. Вот. Еще надо будет вот здесь разобрать. Такой вот беспорядок.